Приветствую вас, мои дорогие скорпионы. Давайте посмотрим ваш расклад на март месяц. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И первая карта для вас – рыцарь кубков. Рыцарь кубков уже в начале месяца марта показывает плыть по течению, да, как рыба в воде. Оставлять те ситуации так, как происходит. Да? Постараться вот сохранить себя. Да, постараться не эмоционально сильно подавать, а оставить то, что происходит на данный момент в вашей жизни. Для тех, которые не в отношениях, да, здесь может быть появление новых отношений, а те, которые уже было какое-то общение, может быть, человек предложит, да, пройти на другого уровня, да, человек может признаться, что имеет чувства к вам, да, то, что человек испытывает что-то к вам. Давайте посмотрим следующая карта. На начало месяца, это король мечей. Король мечей, хочу сказать, что те люди, которые, может быть, имели какой-то период, да, в отношении, это не то, что знакомство, да, не то, что там просто общение, да, здесь боли, когда есть чувства, да, здесь как будто мужчина решится поставить точку этим отношениям, да, как будто мужчина не захочет дальше пойти вот в этих отношениях, да, здесь может быть, если сказать про мужчины, здесь как будто человек может решиться, что пока нужно останавливать, да, пока нужно понимать, что как бы этим отношениям нету какого-то на продолжение, да, здесь нужно просто завершить. Следующая карта, карта шестерка жезлов. А шестерка жезлов победа уже в начале месяца в ваших руках, да. Вы одерживаете уже в начале победа. Если это рабочее, если это касается финансов, отношений, здесь у вас в руках. Но все зависит, как вы долго будете держать эту победу в руках, да. Здесь все зависит, как вы будете себя вести в будущем, да, что для того, чтобы сохранить эту победу, потому что мы так как получаем ее быстро, так и эту победу, так мы и можем ее потерять, да. Для некоторых, может быть, были какие-то командировки, какие-то рабочие моменты, когда вы не рядом с семьей, да, с родными, с детьми, и здесь как будто у вас завершение, да, вы находитесь рядом, да, все-таки здесь вы, может, мечтали быть рядом, и у вас это получается. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине, четверка пентаклей, да. Постарайтесь в середине месяца не жалеть о себе, да. Не жалеть, если сказать для тех, которые финансы, у вас как будто состояние, что даже если есть какие-то финансы, там $100, ой, не буду их тратить, да, потому что не знаю, что здесь не нужно, потому что знаете, что финансы тоже, если вы не будете, знаете, вкладываться, обучаться, купить себе, они так и не придут, да, здесь они, здесь как будто, знаете, еще показывает, что жадность не по отношению к людям, которые у вас рядом, да, а жадность по отношению к вам, да, вы жалеете, может, купить себе какой-то подарок, да, может поехать где-то посидеть. Здесь как будто для вас это тяжело сделать, да, для всех вы можете делать, а для себя это нет. Давайте посмотрим следующая карта, это карта шута. А карта шута показывает обнуление, обнуление энергии, обновление вашей души. Здесь как будто у вас чистого листа начинается, да, здесь как будто вы можете, хотите что-то после какой-то завершения вашей жизни, да, после того, что вы одержали победу, и вы хотите все-таки пойти в новое, да, но вы не знаете, если это у вас получится, да, вы можете быть жадничать какие-то финансы для того, чтобы вы вкладывали, идти в что-то новое. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается. Следующая карта — четверка жезлов. Четверка жезлов показывает, да, в середине месяца вы должны себя гармонизировать, да, вы должны себя сохранить, вы себе должны порадовать, да, для того, чтобы то, что вы решили идти в новый, да, для них здесь может быть, могут быть завершение каких-то отношений, да, где не были чувства, и появление нового человека, да, нового знакомства. Здесь может тоже еще, здесь это или начало какой-то работы, да, может быть, вы все-таки решили оставить какую-то работу, где, может, вы хотели одержать победу, и у вас не получилось, и вы уже все-таки решили, что вам это не нужно, потому что все-таки вы не сможете
может быть, повышение зарплаты, да, может, все-таки решили уйти в новое, да, постараться что-то новое для себя. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Пятерка пентаклей, уход, да, может быть, как я сказала, решение уходить, да, уходить от старого и начать чего-то новое, потому что здесь может быть уход от отношений, уход от проблемы, уход от старой работы, да, начинание что-то новое. Здесь как бы, даже если сказать про то, что про отношения, здесь как будто нету чувства, да, уже здесь как бы все, может, они-то появились, да, может, они-то были, но уже как бы у вас, ну, даже, может быть, для некоторых понимают, что лучше всего эта победа в ваших руках будет, если вы уйдете от этих отношений, да, постарайтесь начать чего-то новое. Давайте посмотрим следующая карта, на конец месяца. Девятка пентаклей показывает, что все-таки вы будете находиться в такой депрессивной пустотой состоянии. Здесь даже вот смотрите, если вы находитесь, нужно сделать какие-то действия, да, не нужно останавливаться, даже если что-то завершилось, даже то, что вы ушли от работы, здесь не нужно, чтобы вы остановились, да, здесь нету как ничего, какие-то преграды, просто вы сами себе даете в эту жертву, да, вы сами себе даете, вы страдаете, и посмотрите, если вы будете долго находиться, у вас может быть уход вашей энергии, да, ваша энергия из-за того, что никакие движения вперед у вас нету. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы. Карта совета — сделать действия, бороться за свое место под солнце, бороться за свою личность, за то, что вы хотите счастливо быть, да. В первую очередь мы должны бороться для себя, да, для того, чтобы мы что-то себе делали, да, постараться. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.